Ребят, всем привет, Курай Халкос приветствую. Там нешуточные дебаты разгорелись среди ботов, троллей и живых людей из страны, аналогов нет. Под моим видео, где продемонстрировали первый прибывший International Max Pro в Украину. Не знаю, почему происходит именно это обострение сейчас, потому что видео тому 3 или 4 месяца, но тем не менее. И чтобы на душе этим людям было очень хорошо, я решил записать видео. Не хочу вникать ни в какие технические характеристики, но Max Pro — это одна из лучших машин, созданная для противостояния от подрывов. Именно для этих целей убирали хавики и в армию США вводили Max Pro. Потому что в Ираке большие потери были именно связаны с подрывами. То есть машина создана для сохранения жизни, безопасной перевозки личного состава. Опять же таки, говорю не тем дятлам, которые пишут сейчас комментарии, а нормальным людям, которые не понимают, для чего Max Pro создан. Ну а вот для вот этой вот категории людей, тролли, боты и просто люди из страны аналогов нет. А почему из страны аналогов нет? Да потому что аналогов Max Pro в России нет. Я хочу продемонстрировать вот такую тряпку. Как вы думаете, откуда она? Это внутренняя обшивка Тигра. Вот эта часть я точно снимал, задняя часть, не помню, на сиденье она находилась или была в отбивке. Я много снял кевлара с него в надежде сделать себе баллистические пакеты. Но когда я посмотрел на пробитие, а с учетом того, что у нас ничего тяжелого на тот момент не было, а как вы можете видеть, помимо того, что он горел, кевлар полностью пробит, лишь мелкие осколки застряли в этом кевларе. Как вы думаете, что случилось с экипажем Тигра? Боты, включайте фантазию. Они стали хорошими русскими, чему мы в Харькове несказанно рады. Когда я увидел, что Тигр обит внутри дубками, который воспламеняется, как бочка с бензином в 21 веке, я очень сильно удивился и понял, что Россия — это действительно страна, в которой аналогов нет. То, чего отказался весь мир давным-давно, Россия по сей день продолжает использовать. А знаете почему? Потому что в отличие американцев, которые делали Max Pro, Россия делает Тигр, им глубоко насрать на ту команду, которая едет в этом Тигре. Именно поэтому вот такая пробитая тряпка кевларовая. И именно поэтому эта тряпка обита дубками. Как вы думаете, стал я из этого говна делать себе баллистические пакеты? Это говно надо просто выкинуть. А если вы хотите хороший баллистический пакет, которого в стране аналога тоже нет, то я бы вам рекомендовал, как я, обратиться в компанию «Баллиста», которая специализируется на баллистических пакетах. Но ни в коем случае не брать вот этот вот кусок говна, который 100% вас ни от чего не спасет. Тролли, боты и люди страны аналогов нет. Я вас обнял, подбросил, но не словил. И желаю вам тоже стать хорошими русскими в глазах украинцев. Всем пока.